Ну, типа, мы ждем пока. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня опять заблочат, если я музыку включу. Нормально. Ну, первым делом мы сделаем скучную часть. Так, просто почистим наш код вот здесь. Вообще можно было бы, конечно, оставить здесь наш логер. Наверное, он где-то здесь все-таки есть. Наверное, может где-то здесь, наверное, есть, да. Вот. Наверное, сделаем это вот так. Вот. Тогда логер здесь завязаем. Логер дебаг. Дебаг, 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 дебаг. То же самое у нас получается. Здесь. Так, else. Окей. Еще заменим, да, здесь на логер дебаг. Да, тут немного, конечно. Так, client receipt response. Тут, наверное, все-таки надо сделать. Вот так. Логер дебаг. Что у нас тут получается? Что у нас client? Айдишкой пойдет. Ага, это нам тоже не надо, получается, здесь. Так, это мы оставим. Иди. Так, здесь нам получается, вот это больше не нужно, правильно? Блин, ну почему я так скопировал? Так, это не надо было копировать. Так, здесь у нас это client, да? Client receipt request. Отправляет, ждет на response. Потом отсылает timeout в себе. А вот это надо убрать. Это не надо нам больше. Это плохая тема. Мы будем ее здесь делать. Вернемся обратно. Пойдем сюда. Посмотрим, что у нас здесь есть. Я уже, кстати, здесь все дело тестировал. Сейчас попробуем. Так, трейс один у нас здесь не будет больше. Event was delivery, да? With delay. Так. Ну, здесь сделаем тоже, типа, вот этот union, да? То есть мы скажем, что здесь логика простая. То есть мы ждем на нашем deferred, да? Какое-то время. То есть если у нас все-таки процесс получил, он заканчивает этот самый автоматически. И если же у нас все-таки удалось получить, то есть все-таки мы были первые, тогда мы сделаем интерпретер, да, вот, здесь идет.
Нужно это дело все отформатировать, а то оно какое-то убогое все. Ладно, тут это не важно. Рейс нам не нужен. Рейс это плохо. Если еще форк, ладно. То рейс. Так. Рейс нам не нужен. Я его вообще сейчас удалю. Этот рейс. Не надо нам этот рейс. Нам этот рейс тут не нужен. Вот. Так. Что здесь? Event Delivery Hooks. Ну, тут, в принципе, по большому счету, ничего трогать не нужно. Не знаю, может быть, как-то более нормальное название можно сюда придумать, но... Так, so far, so good. А здесь у нас получается... Что у нас здесь получается? Во-первых, у нас получается, что вот это нам не нужно дело. Let's receive expected message. Commit await for event. Может, delivery hook for event. Ну, это немножко так написано. По-дебильному написано. Вот. То есть мы не хотим, чтобы у нас где-то... По идее, все должно работать. Сейчас посмотрим. Сейчас это дело мы прощупаем. А здесь у нас... Так, так. Так, корректно спек. О, корректно спек. Тут, наверное, все-таки остались какие-то принты, да? Можно поменять название. Да, можно поменять название. Сделать это вот так. Там так и сделаем сейчас. Так. Значит, request event ID. Это будет у нас вот это чудо. Так, сделаем delayed, наверное, да? Век event ID. Delayed request сюда пойдет. Потом сделаем, значит, heartbeat. Event IDs. Так, это будет наш heartbeat. А, и сделаем delayed.
То есть у нас получается, что у нас тут получается, да? Что же у нас здесь получается? Получается у нас здесь вот что. Так, 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 так. Так, 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 так. Чтобы нам здесь не быть многословным, это дело все сейчас поменяет. Так, delayed, да, орбиты, окей, орбиты. Делает реквесты и окей, реквесты. Так. И это все можно было поменять вот здесь, вот так. Сделаем нормально, хотя бы так. Стоять. Вот наш delayed. И здесь мы сделаем окей, орбита this. И вот это, да, ну, у нас тут все правильно получается. Так, да. Ой-ой-ой. Так, это я тут что-то уже нашаманил. Вот. И здесь нам, в принципе, response event, это получается ag. And, это получается include delayed requests. Здесь будет типа includes, например, подожди, да. И тайм-аут все включает. Да, вот эти ID-шки здесь есть. Мы говорим, что request subset-ов. И тут мы говорим, это все, в принципе, правильно. Ну, в принципе, да. В принципе, да. В принципе, так оно и должно было быть. Только мы, наверное, все-таки поменяем debug здесь на что-то другое. Response event IDs. Ag и timeout. А, тут почему-то size. Но size нам тут не нужен. А вообще size я где-то проверяю expected size. Плюс те, ну это в принципе правильно. Так, сейчас продолжим. Так, это получается вот это. Тут получается вот так. Тут получается вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. И у нас здесь никаких принтов остаться не должно, по идее. Но они могут быть здесь. Тут у нас ничего нет, в принципе. Но вообще этот тест такой. Этот тест подольше будет работать. Event Delivery Hooks. Ну что могу сказать по поводу вот этого бреда? Event Delivery Hooks. Ну вообще можно это для не только для event использовать. Это можно использовать для чего угодно. Вот. Ай, да, точно.
это можно использовать в разных моментах. Так, тут, конечно, немножко подшаманить мне пришлось. Ага. Главное, чтобы здесь никаких принтов не было. Что не очень хотелось бы, чтобы здесь были какие-то принты. Вот. Тут вроде тоже никаких принтов я не вижу. Здесь тут вроде все в порядке. А здесь я даже не знаю, наверное, тоже все в порядке. Но нормально, да. То есть вот и wait. То есть вот тут что-то тут есть. Окей. Okay. По идее, наверное, все тесты должны пройти. Сейчас посмотрим, пройдут ли они. Core у нас получается, да. Сейчас посмотрим. Вообще, наверное, надо посмотреть было бы. Target. Core target. По-моему, все сломалось. Тест. Что запустит тест, не знаю. Пускай тест запустится. Вообще, у меня там получается что? У меня получается что? Я здесь делаю тест-слоу, убираю, да? Здесь, да, здесь так. Ну, это вопрос. Но вроде как он запускает здесь все сообщения. Наверное. Сейчас посмотрим. Все тесты, точнее. Сейчас посмотрим, здесь у нас есть другая проблема. У нас есть Heartbeat. Сейчас мы посмотрим. Ага. Будем ждать до АКа. Что вот это за бред? Зачем здесь это нужно? То есть я все равно его отправляю, получается, в client, а зачем вот здесь это timestamp? Это здесь абсолютно никому не нужно. Вот. Ну, походу, здесь все-таки все тесты запускались, 36 тестов. Ладно, сделаем publish local. И попробуем сделать сейчас что-то с этим делом. Окей. Ага, ну то есть у нас есть Heartbeat, нужен Heartbeat ресивер какой-то, иначе... Таргет, то есть здесь должен быть какой-то Heartbeat ресивер, то есть тот, кто будет получать
И есть клиент, которому ты будешь отсылать, правильно? То есть тут-то клиента нет. То есть здесь, скорее всего, по-любому нужен какой-то init, правильно? То есть пока ты init не получишь, ты начинать ничего не будешь. Вот. Здесь еще есть run. Alright. Кстати, вот это правильный, скорее всего, способ. Не факт, что правильный, конечно. Но... Ак was delivered with delay. The amount when sent to the client. Alright. Alright, alright, alright. То есть сейчас нам приходится создавать все эти референсы. То есть, скорее всего, нам нужен какой-то компонент. Это тоже будет какой-то процесс. Ой, что я делаю? Сейчас какой-то будет процесс тут. Кстати, смотрите, как интересно получается. On this, говорит, receive. Вот надо бы разобраться с этим темой, с этой темой, потому что вот здесь receive, да, он говорит, что, наверное, здесь надо было написать this receive. Ну, что-то так кажется. Вот как они делают, например. Куда можно зайти, посмотреть. Какой-нибудь... Так... тестах, возможно, где-то это есть. А где-то типа все-таки меняют. Надо посмотреть. Ну, вот, например, раскал, да, например, нет, тут ничего нет такого. Так, тут. Вот, пожалуйста, тут из. Где-то они, наверное, какие-то типы используют. Сейчас я разберусь. То есть нам нужен там ресивер. Интересно, вот если быть, я написал бы, сейчас посмотрим, этого нет. Так, можно попробовать сделать вот так. Сейчас в процессе где-то, да, вот здесь можно написать this receive. Это что-то даст, не даст? Потому что как-то писать вот этот бред, это как-то не очень интересно. То же самое. То же самое. То же самое. Type. Receive F. Receive F.
Ну, вообще это правильно. Не знаю. Еще выглядит правильно. Но, к сожалению, мы ничего сделать здесь не можем. Нам придется делать вот так. То есть нам нужно будет импортнуть тогда, получается, ее парапет, компоненс, мониторинг, харбит. То есть мы будем делать это здесь, правильно? То есть мы скажем, что если мы получили пинг с каким-то TS, да, то мы сделаем reply, там, условно, sender. Так, нам нужно будет создать ACK тогда с этим TS и отправить его в sender. Это самое простое, что мы можем здесь сделать. Все, наверное. Отлично. То есть здесь нам нужен, получается... Нет, мы будем делать через... Вообще нам нужен какой-то init здесь. Case class. Так. Init. Тогда нам вообще не нужен никакой конструктор здесь. Даже можно initial timeout сделать. Ага, var timeout, initial timeout. Но можно initial timeout и оставить, по большому счету. Составить только... initial timeout. Но не писать же здесь null, правильно? Self-ref, orbit. Jesus Christ. Нет, так делать нельзя. А, окей, ну... Потому что хотя бы. Но init тут есть. Я не знаю, правда, насчет initial timeout, если честно. От этого я не, об этом я не уверен. Иначе здесь initial timeout. С timeout здесь получается будет. Finite duration. Как бы infinite его сделать бы, было бы неплохо. Типа какой-то undefined бы. Вообще в самом duration, наверное, есть infinite. В этом я могу даже не сомневаться. Ага, вот duration получается. Вот это что такое? Ну блин, вот это бы сделать, то finite duration получается как-то... Блин. Ну окей, я не знаю тогда, как он должен быть. То есть можно сделать с initial timeout вот таким вот. Что тут его оставить тогда получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А нужно еще будет сделать тогда private var client. Это будет процесс ref. Ref. Здесь оно ref. Что unknown? А кто-то unknown юзает вообще? Это интересный момент. Юзает ли вообще кто-то unknown? И что это такое? Так я так и написал. Да, я нажимаю Ctrl Alt F7. Но никто это не юзает.
по ходу пьесы вообще. Сейчас, секунду. Да, по ходу. Я предлагаю сделать undefined. Ну, это как-то будет правильно все-таки. Все-таки undefined system. Ну, назовем его типа... Еще надо было типа... Ну ладно. Undefined ref. Не знаю, значит unknown. Вот undefined, наверное, будет правильно. Что значит unknown? Хм. Неужели это кто-то реально из-за этого? Нет. Потому что логики в этом нет никакой. Сейчас мы запаблишим local. Ага. У меня-то проблема тут получается. Что это было сейчас? У меня-то тут проблема была. И она осталась. Так, все, у нас есть undefined. Соответственно, здесь это будет undefined. Правильно? Undefined ref. И, наверное, ресивер, наверное, да, все-таки мы сделаем. Это будет правильно. И нам нужно будет сделать init. То есть на старт мы ничего делать не будем, кстати. Никогда. Кейс. Есть у нас есть init. То есть у нас здесь будет, скорее всего, тогда client. Так. Сивер. И тут надо через eval сделать тогда. Да, сделать client. Равно так. Ресивер. Равно так. Initial timeout. Пока не будем делать мы здесь никакого initial timeout. Потому что хрен его знает, как это правильно сделать. Вот что происходит. То есть. Вот это не про тайм-аут. Зачем мне? А, мне здесь нужен таймстемп, чтобы понять, откуда пришел этот тайм-аут. Чтобы можно было тайм-аут какие-то скипать, которые пришли с задержкой. Это нормально. Это нормально. Как сделать, чтобы клиент это не получал, я не знаю. Но я точно уверен, что self-ref, timeout, receiver. Вот если нам ак приходит, да. Во-первых, здесь нужен будет логер. Ну, вообще, по-нормальному здесь, скорее всего, надо логер использовать. Это немножко...
Ну вот так сделаем. Сейчас посмотрим. Но нам, по идее, не нужно дожидаться Нита, когда он закончится. Потому что он так или иначе закончится перед тем, как все остальные сообщения начнут деливериться. Поэтому тут мы не будем ждать, что типа Нит вернется откуда-то там. Ниоткуда здесь не вернется, по идее. Ну тут вроде все правильно. Но сейчас перейдем на наш ап. Вот у нас есть какие-то тут штуки, да? Так, client. Он начинает с того, что он делает, типа, это немножко неправильно, потому что, скорее всего, должен быть sequence, правильно? Вот, нужно знать, кому мы будем предоставлять эту всю штуку. Вот. То есть мы скажем self-ref, так, и нам нужен какой-то ресивер, который будет. Вот это я даже не знаю, если честно. А, тут задержка просто указана, окей. Вообще для тестовых типа этих самых можно было бы и так, можно было бы и не делать этого. Окей, ладно. Наверное, нам это не нужно. Наверное, нам это больше не понадобится. То есть мы создадим Heartbeat Receiver, правильно, который будет непосредственно. Это ж мой таргет, правильно получается. Мы сейчас посмотрим. New Heartbeat Receiver. Блять, да что ж такое, а? Серьезно. Айо, да. Вот, скорее всего, здесь, когда будем отсылать, надо сказать, кто это будет. А кому отправлять-то будем? А, нам нужно создать Heartbeat. Правильно. Heartbeat, да. Сделаем здесь, например, изначально. А, вот я создавал, кстати, его здесь 100 миллисекунд, да? По 100 миллисекунд будем ждать. Посмотрим, как это будет работать. Например, я создал ресивер, да, который непосредственно будет. Кстати, это не важно, потому что Heartbeat Receiver. Ну, на самом деле здесь можно было сделать. Тут надо разобраться. Тут, наверное, скорее всего, нужно будет делать какой-то. Пока мы это делать не будем. Так. Мы будем делать здесь. Первым делом отправим, потом запустим run. Так. И куда мы будем это делать? F. Ну, то есть мы здесь по сути немножечко неправильно написал. Бреда.
Так, это же init run. Все правильно. Теперь все будет более-менее. Так это же sequence, я не понимаю. Init. А, init у нас должен быть extensive event. Естественно. То есть type-checking работает. Ну так лучше, да. Нежели делать это через. То есть мы отправим ему init, да. После того, как мы отправим ему init, прям run. Вот тебе и весь все дела. Орбит и орбит ресивер. Так, а тут что у нас есть? Тут какие-то println, да? Тут вообще никакой задержки не будет. Ресивер будет сразу отвечать на все наши запросы. Ну, это надо проверить, конечно. Ну, тут все будет нормально, потому что он будет получать свои орбиты, свои аки. Потому что это как бы, ну, бессмысленно делать. Бессмысленно это тестировать. Ладно. Есть только одна проблема у нас. Да, вот у нас есть орбит. Орбит, да. Вот у нас есть init. Вот пока init не придет, ну вот как это сделать? Unless можно проверить, что initialized. Типа, и там выбирать, что нам нужно делать с этим. Ну, если сделать через какой-то якобы типа boolean, да, ну, как-то, бля, не знаю. То есть вот так сделать, да. Например, false, да, скажем. Вот, и здесь проверять, типа, если он, типа, initialized, например, тогда мы будем возвращать, например. Можем здесь на самом деле написать так. Мы можем сказать так, val, блин. Val. Так, это будет наш flow. Наверное, здесь все-таки будет правильнее сказать, что это receive, правильно ведь? Не, вообще receive это partial function. Ну да. А потом типа ready, например, да, не сделаем. Да ладно. Вот в этом состоянии мы уже можем выполнять run, тайм-аут и вот это все чудо природы. То есть если он не initialized, так а в противном случае ready. Suspicious forward preference. Замечательно. Ну ладно. То есть он каждый раз будет создавать эту чушь. Не, ну это бред. То есть тут еще и forward reference какой-то. Ну. Suspicious forward reference, говорит братан. Угу. То есть нам нужно просто это передвинуть.
наши стейты вот сюда, получается, правильно? Тогда, в принципе, он будет нормальный пацан. Ну, вот так, да, получается? То есть вот в этом случае у нас все будет нормально. Ой, ой, ой. То есть сейчас там идет просто потому, что там сейчас вал, а не функция, а не метод. Типа. Он только один раз его, получается, инициализирует, и flow будет всегда один. Понятно. Если поменять на def, тогда с буллиена будет работать. А если поменять, получается, на var, тогда можно будет и в самом процессе менять состояние. Вот. Ну, это было бы правильно. То есть, это было бы логично, правильно. То есть, менять само состояние процесса. То есть, поставить ему initialized, когда придет это, простите мое выражение, эта тема. Тогда мы просто возьмем и поставим var то значение, которое мы хотим. Это будет окей, мне кажется. Не знаю, сейчас не могу придумать кейс, где это не будет работать. Ну так можно сделать, да. Так можно. Ну, то есть можно сделать, конечно, сейчас по-нублецки немножечко. Так, зайти там в процесс, получается, да. Тут нам ничего не помогло. И вот здесь поставить тогда, получается... Блядь, а почему нельзя ничего сделать? А тип нельзя поменять? Блин, ну камон. Подождите, ребятки, рефактор. Rename change signature. Change signature нет. Так, extract line. Блин, это плохо. Блин, ну как мне теперь быть? Я ж ничего не смогу здесь сделать. Это ж жесть. О, смотрите-ка. Ой, ой, ой. Можно было сделать и как вал. Ой, за что я люблю скалу? За то, что здесь абсолютно не надо париться о том, что у тебя это был функция стала валом. Это нормальная тема. В принципе. Может спасти нам время. Там ничего хорошего не расскажет. Ага. Вот здесь тогда можно поставить типа def, тогда это будет работать. Но все равно это плохо. Нет, все будет работать, все будет приходить, как бы. Вот. То есть. Но это не очень классно, потому что это выглядит как. Ну, это плохо выглядит, конечно. То есть. То есть так он будет работать, да, если бы мы, например, не отправили бы сообщение первым делом. Вот где оно у нас тут идет. Просто отправим туда run. Получается так. И ничего не произойдет, правильно? Но нам нужно как-то менять состояние это.
Нет, все будет нормально, это просто будет error, но... О, dead letter пошло. Match event exception. Ну да, это правильно, в принципе. Все, в принципе, логично. Но что, о чем я здесь думал, это то, что вот здесь делать вот так, это... Это бред. Ну, потому что сейчас, ну, там идет функция, которую ты можешь переопределить, правильно? Вот здесь ты его делаешь. Вот. Но если бы он был варом, вот это было бы другое дело. Если бы он был варом, тогда можно было бы сделать... Ну, тут можно сделать, если на самом деле пойти в процесс. Я не знаю, насколько это правильно, конечно. Вот здесь сделать типа вар тогда получается, правильно? И здесь можно сделать так. Вот этот бред мне вообще не нужен. Вот здесь написать типа... Switch. Так можно? Switch. Здесь какой-то должен быть ресив, получается, да? New state. Так. Ну и там как там. Вот, то есть то, что мы здесь сделаем, мы здесь вернем вот этот ресив, да? Ой, наверное, да, мы вернем здесь ресив. Просто что мы здесь сделаем? Так, мы здесь можем на самом деле сказать eval, да. Eval, да. Мы можем сказать, что наш handle будет равно... Бред какой-то. Тут же программ должен быть. Вот, ты всегда можешь это сделать, switch, потом. Вообще, наверное, будет... Будет ли он работать или не будет, я без понятия. Так. Не работает. Не работает. Object creation is not possible. Ну, то есть мне получается, нужно будет делать это варом теперь всегда. Дай мне подумать, стой. Если он получает... Подождите, ребятки. Если он получает handler, handle, да, на каком-то ивенте...
Здесь получается, стейт нужно держать отдельно. Если бы здесь был вар, тогда можно было это бы сделать тогда. Ну да, но как сделать так, чтобы теперь, получается, я убираю у себя на своей стороне. С фаром бы оно работало бы. С варом бы оно работало. Но вар тогда ломает это самое. Нельзя так делать. Вот первая ошибка, да. То есть она, скорее всего, хочет, чтобы это был вар. Правильно. Ну да. Блин, не хочется все это менять. Неужели нельзя, подожди, по-другому сделать? А, ну здесь, возможно, будет разница в использовании самого IP. То есть, если тебе нужно менять состояние, Вот какая дилемма получается. То есть, предположим, я перерайду этот dev, да, я возвращаю какую-то. Единственное, что можно сделать, это вызвать этот dev. Интересно, Ваки, как там вообще Ваки? Блять, зайти бы, конечно, в какой-то бы. На GitHub зайдем. Сейчас какой-нибудь актор найдем здесь. Естественно. Почему нельзя искать по классу сначала, а потом уже искать по тексту? Непонятно. Блять, ну где-то это говно лежит, сейчас мы его найдем. Так, это получается Маринская. Actor System, боже мой. Да я бы тоже не сказал, что здесь все сделано просто там нереально, блин. Прямо что, блядь, behavior. Behavior. Что такая чушь.
Nero, Huero, Receive, Wine, Stop. Ну да, пацаны тут позапилили, конечно. Куча всякой бороды. Естественно, 10 тысяч. 10 тысяч, я просто вот в это поверить не могу. 644 контрибьютора. Какая же дичь, а? Вот так вот, какая-то, блядь, ебучая ака просто... Просто в шоке с этого всего, конечно. Где-то здесь должен быть был этот актер, ладно. Где его искать? Что, координейшн, что тут есть? Кор какой-то тут есть или что тут? Никак нельзя посмотреть этот бред. Ладно, у меня где-то был пример. Сейчас. Где-то был у меня пример. Я делал этот бред в свое время. Боже мой. Это... А, здесь entity сделана какая-то сам. No, right. А это что такое? Point. Ну, он же не актер, правильно. Но я бы не сказал, что вот это читается нормально, блядь. Come on, guys. Оно вообще unpredictable себя ведет, ничего не понятно, как оно работает. Не знаю. Ресурс. Наверное, ресурс все-таки, блядь. Нет, это не ресурс. Боже мой, это не ресурс. А что это? Куда нам не идти? Джейсон, request. Чё за... Подожди, а где здесь вообще хоть какая-то ака? Здесь хоть один есть, хоть один... Этого нет. Ладно, я не могу это говно, блядь, смотреть. Мне нужно вернуться в Аку. Мне нужно вернуться в Аку. И найти здесь это... Говно вот это найти здесь. Java, Ака, был проект. Ака, вот, пожалуйста, 112. Вообще, пакеты разные. Что это, блядь? Почему здесь? Ага, ну, finally. Мы нашли... Актер. Ну, я могу видеть здесь актер? Вот, наконец-то я могу здесь увидеть актер, блин. Ага, здесь все-таки Death Receive. No right. Ну, я понял. Ну, то есть получается, что Receive, он будет Death. И это правильное решение, в принципе, наверное, так сделать все-таки, да. Type receive, actor receive. Ну и что такое receive? Type receive. Type receive. Ага, то есть тут такого ничего нет, да, receive. Все-таки нам. Все-таки нам здесь говорят, да пошел ты в очко, дядя.
ты нам тут не это самое, не указывай, что нам тут делать, трейд. Ну где-то объект же должен быть тогда получается. Ой. This defines initial actor behavior. Must be partial function. Initial. Окей, actor behavior. То есть initial behavior. Alright, то есть. То есть он может его вы. Ну, я понял, как это может сделать. То есть тут можно сделать типа state, да, какой-то типа. Здесь сделать def, так. Здесь типа сделать какой-то state, получается, типа, например, private var state. Так. Initial state. Сейчас я подумаю. Но на IP мы сойдемся на том, что здесь должен быть dev. Первый раз, когда процесс создается, он должен сделать какой-то init. Что это значит? Это значит то, что он должен вызвать этот handle метод, который просетит state. И вернет тебе этот state. Но сам по себе он будет. Ну, значит, надо здесь сделать не через handle. Ну, то есть нам нужен какой-то. Это будет пользовательский handle, я понял. То есть. Окей, то есть. То, что мы можем здесь сделать, мы можем сделать типа private. Ой. Private core. Да. Мы здесь можем сделать функцию, которая будет называться execute, например. Ну, это пока что. Execute это штука, которая на самом деле она просто возвращает тебе receive. Вот. И здесь фишка в том, что state
Он типа будет, например, option, да, там empty, да. Скажем, что receive будет empty, так. Ну и предположим, у нас будет здесь какой-то state, да, и мы скажем, что типа state, типа state match, например. Я знаю, что это неправильно, конечно, но, блин, с этим надо что-то делать. То есть, если у нас есть state, да, мы его и вернем. В противном случае, если у нас будет none, то нам нужно будет наш state проинициализировать через эту штуку. Ну, это так, как дефолтный state, если не делалось никаких инитов. Просто вот здесь написать тогда state равно sum handle. Handle это receive. А, и нужно вернуть. А. Ну, типа. Ты его просетаешь и потом вернешь, правильно? Ну, вот это такой вот немножко колхозный кейс, который даст тебе возможность. И когда ты будешь делать switch, ты будешь тогда это делать. Вот тут state есть, чуть здесь наши. Он еще и program не защищает. Да пошел ты, блядь. Сам. New handler, например. Так. Я забыл, наверное, написать. Сейчас. А, я не делал это лаундри. Сейчас схожу, сделаю это лаундри. Придется тормозить стрим. А, здесь его нельзя затормозить никак. Сказать, пацаны, тормозим стрим. То есть никак нам, да, никак нам не светит здесь торможение стрима. Что тут у нас есть? Буквально час мы пишем, да? Блять, хорошо. Пока никого нет. Это, кстати, умная мысль. Пока там никого нет. Ну и вот switch делать, менять ему state. И когда ты будешь делать execute, ты будешь просто делать этот state. Это всегда будет у тебя начальный state. Типа. А вот этот state будешь менять. Да, получается, в scheduler ты должен там, где есть handle. Сейчас. Тут, конечно, все плохо. Все очень плохо. Handle, блядь. Никто не сможет заделиверить, пока. Блядь, ну это получается. Ака какая-то, понимаешь? Это получается какая-то ака. Ну, не знаю. Единственный вариант сделать так. То есть, я сейчас тестами это не покрываю, но потому что я не уверен вообще, насколько это еще правильно. Вот я даже не знаю, если честно. То есть, это дефолтное поведение, правильно? Ох.
Считай. Что случилось? Какой? Что ты? Что? Ой, ой, ой. А почему раньше этого бреда не было? Никогда не было этого бреда. Почему это происходит? Вот, например, этой проблемы здесь не было до определенного момента. Тут что-то не так. Что? Я не понимаю, как это может быть. Блять, а что это за... Все было нормально. А что здесь происходит? Что-то странное происходит. Он же приходит. Я что-то не совсем понимаю. Что вот это за... Ага. Ран. Почему? Почему? Он уже работал. Какого, блядь? Почему? Поражаюсь этому всему, честно. Бред какой-то. Почему не фанспек? Почему сьют? Почему сьют? Я так и не понял. Сейчас пойду. Но почему-то здесь все нормально. Тут нет. Ну слушай, здесь даже нет... Тут даже нет... Флэтспек. Тут даже нет...
Тут даже нет этого самого велосипеда. Фичер сценарий. Сет спек. Фан сьют. Вот. Называется он, блядь, фан сьют. Это пошел ты к такой-то матери, понимаешь? Ну конечно, ну ран не получается, ну никак, ну что это, блядь? Я не понимаю, что он хочет. Черт, бред какой-то. Ой, блядь. Блядь, я просто не могу одного ловить. Ну, ну как? Ну почему? До этого все работало, все было нормально. То ли идея просто не может это раздуплить. Где что-то не так стало теперь? Блять, это только что все работало, чувак. Чё за бред? Блять, только что вот это все работало? Я этого не понимаю, чувак. Что это за бред? Ой, блядь. Ну, а так он компилится.
Ну, по идее, вот так должно работать. Не знаю, что они компилируют. Да, это колхозно, конечно. Но так как у нас процесс получается thread-safe, точнее, каждое сообщение выполняет строгой последовательности, и никакое другое, то есть не может быть здесь как никакого race condition быть не может, тогда, в принципе, ты можешь сказать uninitialized state. Так. И вот здесь сделать... Стой. И здесь сделать switch. И сказать ready. Вот. Тогда тебе не надо будет этот бред вот здесь. Вот. И тогда ты сможешь сделать вот этот начальный state, да, потом поменять его, и он начнет работать. Это по-колхозному. Но это должно работать. Почему? Потому что попробую сейчас объяснить, почему это в принципе будет работать. Во-первых, метод execute, соответственно, вот этот handle, он всегда вызывается эксклюзивно. То есть он никогда не вызывается в параллели, он вызывается строго по... То есть никакое другое сообщение, пока вот этот, вся вот эта штука не выполнится, не придет. Даже если мы сейчас зайдем, например, вот сюда, да, вот где у нас тут, например, вот этот execute, предположим, называется, да, и мы говорим, что state нет, да, мы говорим, например, вот здесь, да, что мы, вначале наш state это будет handle, мы сделаем, типа, state тут. Вообще можно было его сделать empty, ну ладно. Нет, так делать, наверное, не надо, чувак. Один вопрос только. Ну да, можно было бы его сделать, но здесь через option написано. Вообще, наверное, можно было просто сделать здесь empty вот этот и проверять его на empty. Смотреть, что если он empty, тогда просто сделать ему empty. Вот так, flow DSL empty. Так, если state... Если он равен flow empty, да, тогда мы просто его state зафигачим туда handle. Так, ну предположим. А, handle это прокр... А, все, я понял. Да, так не получится. Сорян, это ж не то. А, хотя можно было сделать какой-то partial function, который не будет делать ничего. Ну ладно. Наверное, проще тогда сделать пока так. Вот, и как я и говорил, то есть приходит execute. То есть первым делом то, что он делает, он вызывает его. И он возвращает нам state. Текущий state. Если его нет, он делает дефолтный state. И на нем уже будет проверять, типа, что к чему. Вот у меня тесты не работают, естественно, конечно. Все поросло одним местом. Почему? Я так и не понял, если честно. Вот execute, вот тебе handle, вот тебе receive. Но явно не из-за того, что я поставил здесь вот это, правильно ведь? Это же глупо, нет? Блять, это смешно. Почему это в идее происходит? Я не понимаю. Так, и потом, если это происходит, мы state сетаем значение. И здесь тогда все будет нормально. Не, ну можно типа state свичить это марно. Все, я не спорю. Но в этом нет смысла.
это нет смысла. То есть я уверен, что это все будет работать. Сейчас тест. Ладно, пускай тест запустит. Не знаю. Ой. Ну, камон, гайс, ну серьезно. Что он пишет конкретно, что он хочет? Какой здесь альтернатив может быть? Я вот этого не понимаю. Программы, процессы. Ой, скажу, как называлось, блядь. Какие-то баги. Какие-то баги. Блять, откуда там это говно могло взяться? Как это может происходить? Я что-то не выкупаю. Ты орешь, тут должен быть dev, а не вал. А почему я же могу сделать здесь вал? Я что-то не выкупаю, почему нет? Ага. Ну окей, ладно. Смешно, окей. Может быть, чтобы здесь не было проблем? Слушай, наверное, все-таки лучше сделать тогда здесь деф, чувак. А почему... Вот я же не могу зарефакторить, чтобы здесь стал деф. Что за буч, ну? Теперь придется везде идти и везде теперь это поправлять. Тут дофига этих вопросов. Типа, ну пошел бы ты там в очко.
Придется вот так вот заходить, теперь везде это менять на dev. Странная эта штука. Все это очень странное. Ну, это колхозный способ решить проблему, но... Я боюсь предположить, что это решит проблему. Вот. То есть я могу, в принципе, запустить здесь все тесты. Хотя, наверное... Можно здесь написать тест fast. Тест, по-моему, вот так, fast. Он, по идее, должен заэксклюдить те тесты, которые... Вот так, там объявлен, значит, ему надо тип. Так тип он не поймет, ему нужен тип. Что ты новый мембер объявил. Вот. Ты объявил нового мембера, а что ты думаешь, что ты хочешь теперь, дядя? Вот. Хочешь наговнокодить говна? Ну, пожалуйста. Switch. Ты можешь сделать switch, да, на ready. Всегда можешь сделать switch на ready. Правильно ведь? На какой ты можешь тут switch сделать? Ну, проходит, например, да, там publish lock мы сейчас сделаем, посмотрим, как это будет работать со switch state. Будем делать по эту самую всякую шляпу. Чари, чари, чапаряча. Вот одного типа здесь хватало, чтобы сделать. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно. Одного типа ему хватило, чтобы показать, какой, блин, у тебя там array. А так он не понимал. Ну, ничего страшного. Так, и у нас теперь есть орбит, который теперь делает switch, правильно? Начинается отсюда, initialize, переходит в ready. Мы это дело все проверим. Блин, я не помню, когда я пошел. Так. Какой тут у нас метод абстрактный? Чего? Какой? Откуда здесь какой-то может быть абстрактный метод? Что за бред? Вот, пожалуйста, оно работает. То есть switched state. Все работает. Вот теперь у нас получается есть registration, то есть вот приходит init первым делом вот сюда, где мы сначала все это дело инициализируем, а потом вот просто берем. На ready переключаемся. Ну, АКА 2.0, короче, какая-то получается. Не самая приятная. Ну, по крайней мере, здесь нигде ничего не объявляется. Просто создается два процесса. Создается клиент. Вот, создается вот эта штука вся, отсылает, receive timeout. Все дела. Вот. Мы сейчас сделаем пример, который будет работать на
на этом самом по каким-то протоколам. Хоть какой-то CP надо подключить, я уже не знаю. Еще нужно бы написать тест. Вот хотя бы здесь какой-то получается тест. Процесс. Все, что нам здесь нужно, наверное, вот это сделаем. Behavior spec. Так, тут все вроде правильно. А чё он не за... Бред какой-то. Я же сказал, импортай. Отсюда, отсюда, отсюда. И здесь делаем, типа... Там. Типа тест. Switch behavior, да? Вот так сделаем, короче. По-быстрому. Проверим, как это работает. Вот у нас был типа initial state, да? То есть мы создадим здесь какой-то процесс, да? New process. А, ну, естественно. Протоколе. Парапет. Core. Процесс. Процесс, да. Да, ё тут, а ё, дядя. О, кстати, он неплохо справляется с, тогда с этим самым. Висит тогда не получается вот этот галимый. Типа тайп у него там какой-то левый. Хотя бы type правильно предоставится. Окей. Ты можешь сделать здесь так. Initial state это receive, опять же, который ты получаешь. Ты будешь, кстати, ждать там, не знаю, типа init. Сейчас вот здесь придет init. Так, ну сделаем init, да, и тут сделаем next state. Это тоже будет ресив, который в свою очередь будет так. Так, если у нас пришел init, так, нам нужно взять наш чудеснейший event store. Конечно, как же без него? Мы его любим. Мы его очень обожаем. Так, мы его просто, скажем так, правильно. Так, и тут мы делаем просто тогда получается eval. Да, ну self-ref, естественно. И не тут добавим, правильно? И потом мы добавим туда. Нет, мы добавим туда init, дядя, а не int.
Так, и потом мы поменяем state, сделаем switch на ready. Теория. Это все нормально. Это пацанчик не одупляет то, что я от него хочу. Ready может получать run. Вот. И в этом случае он сделает вот это. Ой. Run. Вот, и изначально будет initialized, вот так. Вот с него мы начнем. Это не везде нужно, но это нужно здесь. Вот, так. Вот наша прекрасная, чудеснейший копипаста наша, копипасточка родная. Ой. Аж на слюнки потекли. Во-первых, я здесь все сделал правильно, так что пошел ты в очко. А что ж я такого? Ну окей. Мне это нравится, я это люблю. Просто люблю, обожаю. И вообще. Просто, блядь, не знаю. Да, мы сделаем run. Вот, и отправим это все чудеснейшее дело в PRF. Ну и здесь надо импортнуть будет. Так, IO parapet, implicit, все импортируем. Все забираем. Везде пришлось поменять. Ну, замечательно. Здесь никаких проблем нет, хотя здесь... Подожди. Ага. Ну, ясно. С тобой понятно, дядя. Ну, что ты хочешь? Что такое? Что такое? Боже мой. У меня нет слов. Серьезно. Постоянная проблема overload method value run без alternatives. Ну, естественно, он теперь не может понять, что я хочу от него здесь. Естественно, что здесь получается бред. Ну, так он все правильно делает. Он делает free DSLF от вопроса. В чем здесь
собственно, проблема. Да блядь. Ой. Ну, естественно, он не понимает, что ты от него хочешь. Я могу сказать, ну, это же очевидно, ну, что тут, это же просто очевидно, разве нет, естественно. И что ты мне давай говори, что здесь, что все это будет работать, а не этим говном, блять, не могут засирать. То есть тут мне просто надо будет провалидировать тогда. А, матчерс, тут матчерс нет, там еще что-то нет. Чизис. Проверяем. Да вроде будет работать. Еще бы неплохо бы тесты пробить. А вот это что такое? Блять, suspicious forward reference. Ой-о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 й. Suspicious forward reference. Ну да. Еще надо лучше бы здесь сделать dev. Тогда в таком случае. Все равно один раз будет вызываться. Чем. Кстати, тогда получается тип не нужен, правильно? А не нужен. Потому что я добавил сюда какие-то типы там дополнительные. Тогда не надо будет этого делать. Просто как-то, ну. Вообще, наверное, валы использовать нельзя. Ага. Стоять, секундочку. Подожди, как это было? 4.08, да? Ну, оно уже должно было постираться. Да, мы прошли этот квест. Все нормалек. Все нормалдык. Запускаем все тесты. Пускай отрабатывает по красоте душевной. А мы пойдем забирать. Пойдем забирать. Перекладывать в сушилку.
тесты мы не прошли, заканчиваем стрим, будем есть. Все, говорим стрим, пока, ребята, пока. Будем кушать. Никакой музыки я не включал.